Уряд України подав апеляцію в Велику палату Європейського суду з прав людини. Стосовно чого вони там судяться, на що вони розраховують? Ну, в принципі, якщо вони починають щось, значить вони на щось розраховують, і вони впевнені, що вони переможуть, признати так же само, як в Стокгольмському арбітражі суд з «Газпромом» відбувався. Здесь, я думаю, другой принцип. Мне очень понравилось высказывание там, кого-то из моих комментаторов в Фейсбуке, что логика не может быть, да, здесь принципом идти и позориться до конца. То есть здесь вот пошли до конца позориться, потому что, в принципе, ну, все понятно, что этот закон, о люстрации так называемый... То есть веры немає, что они зараз... что он грубейшим образом нарушал права человека. Об этом высказалась Палата Европейского суда, высказалась, причем единогласно, никаких особых отдельных мнений нет. Поэтому что тут можно обжаловать? Здесь нет никаких оснований для пересмотра. Потому что большая палата пересматривает решение палаты в исключительных случаях. Это должно быть какой-то очень сложный вопрос. Вопрос толкования, применения самой конвенции. То есть в исключительных случаях только. А здесь никакого исключительного случая нет. Потому что практика по поводу люстрации, она уже сложилась у Европейского суда. Мы не первая страна. То, что у нас были просто свои особенности люстрации, это другой вопрос. И ну, Европейский просто, может, суд... Мы могли бы как-то изменить, мы же прагнем как-то вплинуть на наших западных партнеров и что-то... Новое всю старую Европу привнести? Ну, мы привнесли, да, мы привнесли грубейшие нарушения, потому что наша иллюстрация кардинально отличалась от той иллюстрации, которая была в Европе там давно. У нас были свое там ноу-хау, да, у нас даже президент, который тоже работал министром экономики в Кабмине Азарова при Януковиче, сам же подписал закон о иллюстрации, да, Порошенко. То есть такого еще Европа не видела. В принципе, таких двойных стандартов и такого цинизма Европа не видела. Они это все оценили в решении Европейского суда. Расписали очень детально, в чем состояли эти нарушения. После чего министр юстиции Моллюска выступил и сказал, что он не понял. Он не понял, о чем решение. Он не понял, что вообще делать с этим. Поэтому надо обжаловать. Пусть теперь большая палата ему разъяснит. Вот лично ему разъяснит, что же случилось, почему. А это только Моллюска не зрозумів, чи є ще... Я выступил с этим, да, министр юстиции сказал, что ему непонятно это решение, надо разъяснить. Но, в принципе, Большая палата не занимается разъяснением решения для отдельных министров, которые что-то не поняли. То есть, если ты что-то не понял, наверное, ты не на своем месте немножко находишься. Вот. Поэтому я думаю, что Большая палата не будет ничего пересматривать. Они откажут в этой просьбе. Ну, в принципе, нам же ничего такого, как то кажуть, за спросы никто не бьет. Тобто вони можуть спробувати. Они это сделали, я думаю, что они это сделали с одной целью. Ну, дело в том, что поскольку там под министром есть люди более, скажем так, читающие и понимающие, я думаю, они сделали это с другой целью, чтобы оттянуть исполнение решения. Потому что решение вступает в силу, да, через, после того, как закончился срок на обжалование. Вот 3 месяца на обжалование решения Евросуда в Большую палату, а потом 3 месяца на исполнение. То есть они оттягивают таким образом срок на несколько месяцев, оттянули. То есть они дочекали приблизно 3 месяца. Да, они последний день. Последний день. Молодцы. Да. Ну, конечно же. А вот чему кажут, что у нас якісь вони не дуже разумні. Розумні и хитрі. Молодцы. Да, молодцы. Они в последний день срока, который вот 3-месячный срок, последний день они обжаловали. И такие все думают. Ну, теперь сейчас, пока Большая палата там рассмотрит, скажет, что нет, это не подлежит пересмотру. У них там оттянулось 2 месяца на исполнение. Ну, выиграли вы какое-то время, но по сути это ничего не меняет. То есть, ну, просто вы очередной раз продемонстрировали людям, да, избирателям новой власти, что вы продолжили курс предыдущий, вы продолжили курс Порошенко. То есть вас люстрация, вы не признали, что люстрация нарушает права граждан, вы считаете, что это нормальная ситуация, нормальный закон, менять его не нужно. Ну, вы показали, да, что вы та же как бы команда. Ну, а чего они боятся? Вот я хочу зрозуміти. Вот, например, Велика палата каже, все одно вот такое решение мы принимаем. И еще, в принципе, изменится. Вот чего они боятся? Что люди, которые просто, які пройшли процедуру люстрации, они просто начнут... Восстанавливаться, да?
На посаді, ну там же вже сидить розумний Мілованом, наприклад, чи інша людина. Як це? От, чи два стула поставити там? Ну, во-первых... Що це дасть? Ну, во-первых, констатація нарушення прав, да, дає можливість... пересмотра всех дел уже в соответствии с этим решением. Потому что по всем люстрационным делам иски были приостановлены в административных судах до вынесения решения Конституционным судом. Конституционный суд не разродился, да, за 5 лет никаким решением. Это сделал Европейский суд. То есть теперь Конституционный суд должен тоже это принять во внимание, да, уже решение Европейского суда, вынести свое решение, и все административные суды пойдут путем уже понятно каким. То есть у них уже есть вот на что ориентироваться. Все, дальше компенсации, большие выплаты. Мало того, что за, скажем так, вымушенный прогул, да, так еще и моральный ущерб все получат деньги. То есть все это деньги из бюджета. Плюс, да, восстанавливается блок на должностях. Но неужели у нас не вистачить грошей из бюджета? Если у нас такие достаточно непоганые зарплаты зараз ставлять представникам уряду и керівництва нашего, то я розумію, что в принципе гроші є. Гривня зміцнилась, значит, все у нас добре. Да, для министров и заступников нормальные такие были премии, зарплаты. Молодцы, правительство, видно, хорошо поработали. Правда, мы не заметили, но видно, они для себя хорошо поработали. Мы помітили дуже добре. Ну, трошки не в плюс, а в мінус. Ну, це моя особиста думка, яку, в принципі, я не буду розповсюджувати.